Городская поликлиника номер один продолжает свою работу. Время работы поликлиники, в общем-то, не поменялось, оно остается прежним. С 8 до 19.00. В целях обеспечения самоизоляции пациентов медицинская помощь у нас преимущественно оказывается на дому. Прием вызовов осуществляется с 8 до 18.00. На месте в поликлинике мы оказываем медицинскую помощь пациентам с обострением хронических заболеваний, а также при неотложных каких-то состояниях. Температурующие больные при обращении в поликлинику принимаются у нас через фильтр. Информация о размещении фильтров расположена на фасаде нашего здания, также на фасадах всех зданий наших филиалов. Однако, несмотря на то, что пациентов с температурой все равно примут в поликлинике, врачи рекомендуют воздержаться от таких поступков и все же вызывать врача на дом. Однако, по словам главного врача городской поликлиники номер один Анатолия Челаха, таганрожцам не стоит делать вызовы по каким-то пустяковым вопросам. Ведь в таком случае они, возможно, смогут отсрочить визит врача к тому, кому эта помощь реально нужна. Сегодня участковые медики работают в усиленном режиме. Они не только ходят на вызовы к больным, но еще и имеют возможность сразу на дому продлевать рецепты на получение лекарственных препаратов льготникам на срок до 3 месяцев. Пройти медико-социальную экспертизу сейчас можно дистанционно, также и в отношении больничного листа. Его можно оформить онлайн. В связи с большой нагрузкой на участковых врачей губернатором Ростовской области Василием Голубевым было принято решение об отправке в Таганрог ординаторов Ростовского государственного медицинского университета. Они должны иметь допуск к медицинской деятельности и проживать в Таганроге. Ординаторы направлены на работу в поликлинике города для усиления амбулаторно-поликлинической службы в период особого режима по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.